сейчас мы с вами выходим с колен. Угу. Почему с колен? Потому что если вы будете выходить с ног, у вас больше рычаг, и сильнее получится удар ресурс. Останавливайтесь, вывешивайтесь. Аккуратно ставите. Точно? Только после этого начинаете. Там скользко, что интересно. Да, практически нету нормальной опоры, которая не скользила. Да, я хоть что-то похожее нашел. Спуск я начинаю медленно и аккуратно. Когда мы спустились, мы заходим в проем. Перестраховались немножко локтем. Только после того, как вы твердо встали на пол, вот сюда, то есть сошли с подоконника, только после этого мы можем начать что-либо от себя отстегивать. Не раньше. Если я увижу, что кто-то это делает на подоконнике, вон занятие. Ты так не прыгай, пока слезай спокойно, ладно? Объем закончил! Поднялись, притянули жумар, у вас как бы поменялась одна из точек опоры. И вы этой за счет этой руки еще себя притянули к веревке ближе и сможете продвинуть еще жумар. Mm-hmm. То есть как бы в два захода. Не надо пытаться это делать очень резкими движениями, лишь бы, блин, его туда закинуть побыстрее. Ну, это присутствует, да. Я так и делал, прикинь, как знал. Что-то у тебя нос не закаленный. А потому что купить не хочу. И еще не было такого случая, чтобы альпинист не вернулся на землю, да? Был. Был? Был. Есть, на самом деле, в горах, я, к сожалению, не помню название точно, ущелья, висячие сады, что-то такое. Там очень часто люди, если падают, они остаются где-то на стенах. Из-за того, что там очень много растительности, которые... Понял. Подъем закончил, страховка свободна. Очень хорошо все получается. Вот, готовьтесь, на следующем занятии у нас будет перестежка уже.